Всем здравствуйте! Сегодня 8 декабря 2023 год. Пятница. Одесса. Вчера пошел снег вечером. Во время того, как начался снег, началась воздушная тревога. Вот, и снег так прилично пошел и засыпал Одессу. Ну вот, уже с утра все тает, капает, с деревьев капает. Вот мы вам покажем, как это все капает. Мокро, мрека. И зеленый такой, да? Да. Как он называется? Плющ. Плющ, плющ, да. Так, что у нас за Одесса? О, что ты знаешь? Опять начинается акция «Поменяй лампочку». Понял? Да. Помнишь, вот это было? Да. Обычную лампочку меняли на энергосберегающую. Да. И вот опять началось, вернее, начнется в селах, уже началось 5 числа. А в городах, в том числе и в Одессе, 12 числа. Значит, пенсионеры могут прийти на любую почту и обменять. Потому что так это делается через ДИЮ. Ну, так как не у всех пенсионеров есть вот эта ДИЮ. И также уточнили, что могут даже без лампочки прийти. Ну, они исходят из того, что человеку, может быть, трудно ее выкрутить. А потом, когда ему выкрутят и поставят, чтобы кто-то принес. Ну, просто, мне кажется, что уже у всех эти лампочки. Ну, может быть, не у всех, я знаю. Ну, в деревнях может быть, а в городе, мне кажется, у всех. Ну, не знаю. А организации тоже могут обменять, но уже организации через ДИЮ. Там и садики, и больницы, и компании какие-то, не имеет значения. А, слушай... Позавчера, по-моему, ночью на 7-м километре ограбили магазин. И в магазине украли $100 000. Ничего себе. Да. Это же надо знать, что именно что можно. Вот. Так такая сумма, просто сам факт, да? Седьмой, все рассказывают, что 7-й пустой, никого нет. Ну, имеется в виду покупателей. Да. Что продавцы стоят. Значит, кто-то знал, что в том магазине такая сумма. Да, и рассказали, что... Знаешь, как взломали? Окно как-то оттянули, вот это металлопластиковое, ага. Что там окно было в этом магазине. И через окно взломали потом сейф и достали деньги. Да, да. Ну это точно кто-то знал. Да, в общем, кошмар. Без молочка не обошлось. Да, а также, ну это, по-моему, еще неделю назад... Стали говорить, что продается 7-й километр, но это все неправда. Это продается не 7-й километр, а возле 7-го километра там есть какие-то склады. Ага. И вот они продаются. А стали говорить сразу за 7-й километр, что-то распускать слухи. Ну, тут быстро, это уже старая информация, но все равно я за нее не говорила. Может быть, я выкладывала на телеграм-канале нашем «Одесские прогулки». Я не помню. У нас есть канал такой. Да, «Одесские прогулки». Ссылку и название я выставляю под видео. Вы знаете, вот с деревьев так капает, что такое ощущение, что дождь идет. Мне кажется, что дождь. А Игорь говорит, это с деревьев капает. Да. Тает снег. Тает. Вот это вот абсолютно нормальная зима для Одессы. Кто хотел знать, бывает ли у нас снег и какая зима. У нас иногда на Новый год вообще нет снега. Ни громулечки и сухо. Ну, бывало, бывало, конечно, и снег, и морозы. Все бывало, да? Да. А было, помнишь, у меня даже есть видео, где море замерзло. На Ланжероне мы были, и там полностью море замерзло. Это одни из самых первых видео. Давным-давно. Интересно посмотреть, какого года это. Да. Помнишь ты или нет? Да. Да? Да. Поэтому... Хочу анекдот рассказать. Ты? Да. Ну, расскажи. Приходит мужчина в театр, подходит к вешалке.
и дает куртку. Он говорит, у вас нет петельки, я куртку не повешу. Хорошо, повесьте за капюшон. Мужчина, у вас нету петельки, я куртку не повешу. Вы знаете, уже сейчас спектакль начнется. Мне надо срочно, повесьте за что-нибудь. Не начнется. Как не начнется? Артисты, артисты вон все сидят, петельки пришивают. Ты имеешь в виду гардеробная, ты сказал, подходит к вешалке. Ну, гардеробная. Да, да. Ну, я уже молчала, тебя слушала, не перебивала, как некоторые. Молодец. Да, да. Так что, и начнем. Вот, с утра, видишь, снег еще не упал. И вот это капает с деревьев. Ага. Не начнется, артисты все петельки пришивают. Вот так. Так что надо в театр идти с петельками. Пришитой петелькой. Все, Игорь, мы приняли это. Да. Мы поняли вас. Ваш посыл. Да. А мы вчера вечером заходили в обжору. Немножко сняли цены на овощи и фрукты. И я тоже выложила телеграм на наш канал. Можно посмотреть, какие там цены. А еще в горсаду детки из разных школ, дети, ну такие взрослые дети, да, мы сняли тоже на видео, украшивали елки, деревья своими поделками игрушечными. Там ангелы, шарики разные. Это вот здесь ремонт идет, поэтому здесь стоит вот такая штука. Ремонт, убирают мусор. Мы сделали такой настил. О! Ну все равно страшно, мне кажется, даже поэтому настил уйти. В такую погоду. Скользко, скользко, да. Ну не скользко, дождь, но мокро. Да, дети выложили игрушки, повесили игрушки на Святого Николая, да? Ну да, это было на Святого Николая, да. Зеленый. Телевидение приезжало, их снимали, потом везде показывали. А мы в это время шли по Дербасовской, увидели. И подошли, тоже сняли. Чего нет, да? Да. Мы идем немножко рядом, ближе к дому, потому что в такую погоду, конечно, не сильно где-то разойдешься, поэтому мы буквально совсем немножко прогуливаемся. О, такая ваза. А здесь, кстати, ремонт. Тут был магазин. Вот, и они вот его... Я не знаю, будет этот магазин, не будет. Но магазин сделал ремонт или кто-то другой, не новый. Знаю. Вывеску сняли, поэтому... Кто-то новый сделал ремонт, я не знаю. Да. Но уже ремонт закончен тоже. Был магазин армянских товаров. Да? Да, там варенье. А, ну да. Компоты. Варенье, вино, компоты, да, да, да. Было, точно. А сейчас? Сейчас мы не знаем. Что, ну да. Смотри, людям жарко, окно наверху открыто, посмотри, проветривают. Чего себе, жаркий народ. Надо проветривать. Нет, надо, никто не говорит. Ну. Кстати, сколько было градусов? Ты смотрел на градусы? Да. Сколько? Плюс 2 утром, а сейчас не смотрел. Да? Да, но сейчас плюс 5, я думаю. Серьезно? Да, просто сыро, влажность больше. Не знаю, мне так холодно. Это влажно. Из-за сырости. Да. Вот трамвайчик пошел. Да, хорошо ходят трамваи, кстати, очень хорошо. И трамваи, и троллейбусы, и в нужном количестве, и отопление есть, тепло в трамваях. Да. И в магазинах очень тепло тоже. Вот мы вчера в обжору заходили, прям нам жарко стало, да? Ну, да. Мы расстегнулись, хотелось... Надо было раздеться. Надо было раздеваться, да. Потому что потом выходишь и
становится холодно, идем быстрее. Да. Кто нас пропускает, да? Да. А, ну туда. Ой, обидно, здесь такие хорошие скамьи, он, видите? Ну, не видно, сделают. Упала. Да. Ветка огромная, поломала скамеечку. Ну, конечно, сделают, это в их интересах. Они там всегда, люди сидят, отдыхают, кофе пьют. Да. Часто такое. Да, в такую погоду, теплый плед, чашечка кофе, да? И мурлыканье кота. Хорошая книжка. Хорошая книга, да. Или приятный блюз, типа «Поле моря». А я любил раньше, часто было. Радиоспектакли, радиоспектакли. Да, слушай, да, да, как да. Это было? А, знаете, вот мы, когда света не было у нас, а, тоже трамвай, да, а у нас есть такой маленький приемничек на батарейках. И мы, когда света нет, мы его включаем. И вот когда вот сейчас, когда вот неделю назад у нас не было света, да. Да, и мы включили, мы нашли спектакль, слушали, так... Интересно было. Там, правда, была часть какая-то уже. Да, да. Но все равно. Я даже соскучилась, вспомнила, вот ты сказал. Угу. Да. Так было здорово. Да, это он просто читал книгу, по-моему, да? Читал. А раньше было спектакли, да. Прям целые. Да. Люди. Да, здорово, здорово было. Мы тогда это как-то так относились. А все сейчас? Со временем, да. Ну да, с возрастом, со временем все меняется, понятно. Меняется, вспоминается, забывается. Да. Да. Все, наверное, немножко прогулялись, да? Или да. Хочешь повернем налево? Голуби гуляют. Вернуться, да. Будьте нам здоровы, берегите себя, берегите своих близких. И пускай у всех наступит завтра. Пошел дождь. Вот дождь. Так он и был. Ты мне не верил просто. Я дождь. Да, это... Все.